Девять испытаний. Конфуций сказал, проникнуть в сердце человека труднее, чем пробраться в горное ущелье. Легче познать небо, чем сердце человека. Небо установило весну и осень, лето и зиму, день и ночь. У человека же лицо непроницаемо, чувства глубоко скрыты. Бывает, что человек с виду добр, а по натуре жаден. По виду способный, а на деле никчемный. По виду деловит, а в душе празден. Внешне мягок, а внутри груб. Вот почему получается так, что человек то стремится к добродетели, как умирающий от жажды к воде, то бежит от нее, как от лесного пожара. Вот почему мудрый правитель посылает человека в далекий путь, чтобы испытать его преданность, и посылает его близко, чтобы испытать его почтительность, дает трудное поручение, чтобы испытать его способности, задает ему неожиданные вопросы, чтобы испытать его сообразительность, приказывает действовать быстро, чтобы испытать его доверие, доверяет ему богатство, чтобы испытывать его совестливость, извещает его об опасности, чтобы испытать его хладнокровие, поет его до пьяна, чтобы испытать его наклонности, сажает его вместе с женщинами, чтобы увидеть, похотлив ли он. Таковы девять испытаний, по которым можно судить о людях.